Произведения Низами Гянджеви, Алишера Наваи в рукописях под таким названием в Институте востоковедения имени Абу Райхана Бируни Академии наук Узбекистана прошло мероприятие, посвященное творчеству великих поэтов и мыслителей. Ученые, литературные деятели и журналисты ознакомились с работами поэтов. Впервые произведение Хамса Низами Гянджеви было переведено на узбекский язык, а «Хамса», написанная Алишером Наваи, на азербайджанский. Отмечается, что на написание данного произведения Наваи вдохновило именно творчество азербайджанского поэта. Участники мероприятия подчеркнули, что нынешний год в Азербайджане объявлен годом Низами Гянджеви, в то время как в Узбекистане широко отмечается 580-летие Алишера Наваи. В рамках мероприятия состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между Культурным центром Азербайджана и Институтом востоковедения имени Абу Райхана Бируни.